Аким, Аким! Там мы пообедали. Позвольте вас здесь вином угостить. И музыка поиграет. Гасей, гасей. Какой прикажете? Шампанского-с? Ну его. Так ринвейну-с. Господа, садитесь. Василий! Принеси ринвейну. Заграничный различный. Братец. Здравствуй. Не угодно ли с нами за компанию? Благодарю вас, я не пью. Что это, братец, помилуйте? А для меня рюмочку. Мы же с вами теперь родственники. Наливай. В этом лбу, в этой голове всегда видел прок. Поцелуемся. Позвольте ручку. Не надо, не надо. Через вас человеком стал. Я же сказал, что не пью. Нельзя-с. Братец, обидите. Это скучно, наконец. Ну, коль вина не угодно, так чем прикажете восподчивать? Чего не пожелаете? Все с удовольствием, братец. Ничего мне не надо. Оставьте меня в покое. Ну, как угодно. Не знаю, братец, за что обижаете. Я со всем расположением. Оставь его. Господа, еще по рюмочке. Пирожного не прикажете? Василий! Принеси пирожного побольше. Ты что-то, брат, нынче разгулялся. Видать, ловко хватит. Попало ты к ним. А кому? Все вам обязан. Зацепил, да? Вот они. Ну уж я тебя знаю, у тебя рука-то не с фальшивой. Нет, позвольте. А кому же я обязан? Разве бы я понимал, что? Кабы не вы. От кого я в люди пошел? От кого жить стал, как не от вас? Под вашим крылом воспитывался. Другой того... 10 лет не узнает всех тонкостей и оборотов, что я в 4 года узнал. С вас пример брал во всем. А то где бы мне с моим-то умом? Другой отец того не сделает для сына. Что вы для меня сделали? У тебя душа благородная. Ты можешь чувствовать, а другие не могут. Что бы я был? Дурак. А теперь член общества. Все уважают. По городу идешь, все купцы кланяются. В гости пригласят, не знают, куда посадить. Жена меня любит. А то за что бы ей меня, дурака, любить? Василий! Есть ли у вас таких конфет подороже? Можно достать. Жене-с. Заверни в бумагу побольше. Чего хочешь, возьми, ничего не пожалею. Да постой! Пирожного положи. Всякого. Будет с нее, избалуй. Нельзя-с. Всего положи, слышишь? Слушаю. Люблю. Очень люблю жену-с. Аким Акимович, что я перед ней-с? Она образована. Барышня, нынче платье купил. Да это не купил, а так взял, потом сочтемся,
Все равно. Неужели деньги платить? Может быть, дело какое-нибудь будет, ну и квит. Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится. Положи в шляпу. Еще по рюмочной. Василий, еще бутылку. Будет. Нет, позвольтесь. Здесь не вы распоряжаетесь, а я. Какой случай был? Пизарек у нас так дрянненький, а какую штуку выкинул? Фальшивую копию с решения написал. Что ему в голову пришло? И подписался за всех присутствующих, да и снес к истцу. А дело-то интересное, денежное. Только он копию-то не отдал себе на уме, а только показал. Ну и деньги взял большие. Тот после пришел в суд, а дело-то совсем не так. Это уж и подлость. За это выгнать нужно. Именно выгнать. Не морай чиновников. Ты возьми. Так возьми за дело, а не за мошенничество. Возьми так, чтобы и проситель был не обижен, и ты остался доволен. Живи по закону. Живи так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Что за большим-то гоняться? Курочка по зернышку клюет, да сыта бывает. Пожалуйста, Аким Акимыч, что я вас попрошу, вы мне не откажете? Я вам в ноги поклонюсь. Прощай. Помните, вы в прошлый раз, Аким Акимыч, прошлись под машину по улице Мостовой? И что вы думали? Осчастливьте. Осчастливьте. Аким Акимыч, так, чтобы уж я на всю жизнь помнил. Да ладно. Изволь. Для тебя только. Вели пустить по улице Мостовой. Василий! Пусти по улице Мостовой. Да постой у двери. Посмотри, чтоб не вошел кто. Григорий. Не люблю я его. Еще подумает что-нибудь. Братец, будьте с нами по-родственному. А то Акима Акимыч вас конфузится. Чего же он конфузится? Они потанцевать хотят. Нас же и какое-нибудь удовольствие иметь. После трудов не все же работать. А что же? Это удовольствие невинное. Мы никого не обижаем. Танцуйте сколько угодно, я же вам не мешаю. Ничего. Они с нами по-родственному. Прикажете пустить? Пускай. Обеспечил, сзади ноша не тянет. Мне теперь можно плясать.
Я теперь только радуюсь на Божий мир. Птичку увижу. И на ту радуюсь. Цветок увижу. И на него радуюсь. Премудрость во всем вижу. Помню свою бедность. Нищую братью не забываю. Других не осуждаю, как некоторые молокососы из ученых-то. Кого мы можем осуждать? Мы еще не знаем, что сами-то будем. Посмеялся ты нынче над пьяницей, а завтра, может, сам будешь пьяница. Осудишь нынче вора, а завтра, может быть, сам будешь вором. Почем мы знаем свое определение, кому чем быть назначено? За здоровье, Аким Акимыч! Ура! 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 Вот бы вы, Аким Акимыч, осчастливили нас. Заехали бы к нам как-нибудь. Мы еще с женой люди молодые. Посоветовали бы, поучение какое-нибудь сделали. Как жить в законе. И все обязанности исполнять. Кажется, будь каменный человек, и тот в чувство придет, как вас послушает. Заеду как-то.